Я вітаю наших глядачів. У нас сьогодні з вами відкрита політика. Що це означає? Це означає, що від сьогодні ми знайшли можливість присвятити частину нашого ефірного часу розмовам із політиками. Політиками сучасними і політиками майбутніми. Я обіцяю, що ви побачите у цій студії багато цікавих людей і також сподіваюся, що розмови з ними будуть цікавими і відвертими. І перед тим, як я представлю нашого сьогоднішнього гостя, я хочу попросити вас підказати нам, кого б ви хотіли побачити у цій студії. І вам буде цікавіше, і нам, можливо, буде легше. 370-31-01 – це наш прямий телефон. Якщо у вас виникнуть питання протягом ефіру до нашого гостя сьогодні, телефонуйте, будемо відповідати. І я представляю вам сьогоднішнього гостя – це Борис Філатов, народний депутат України. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу начать с того, что я, в общем-то, рада видеть вас в этой студии. Спасибо. И не знаю, помните вы или нет, я помню прекрасно, если я не ошибаюсь. Конечно, телевизионный дебют Бориса Филатова был именно в студии на 9 канале и именно со мной. Да, это по-моему, так. Это был 2004 год. В общем-то, времени прошло много, мы изменились, я думаю, вы тоже изменились. Как вы оцениваете? Вы изменились? Ну, я вам скажу так, прошло немного времени, прошла, наверное, целая эпоха, и мы все изменились, и страна изменилась. И скажу вам откровенно, сегодня я даже немного волнуюсь. Почему? Потому что я прошел самые острые прямые эфиры, общереспубликанские, но сейчас на меня так немного нахлынула ностальгия. Я думаю, телезрители меня помнят еще по тем временам, когда я был ведущим «Губернских хроник» на 9 канале. 5 лет наша программа била все рейтинги, для нас не было неприкасаемых. Мы рассказывали о проблемах, которые есть в нашем городе. Но очень многое изменилось. После того, как я был последний раз в этой студии, удалось поработать и заместителем председателя областной государственной администрации, и избраться в парламент с рекордным результатом для Днепропетровской области. За меня проголосовало около 60% моих избирателей. Поэтому сегодня я опять снова на родном и любимом 9 канале. Ну, ипостаси действительно много. Я могу спросить, какая ближе, какая вот на сегодняшний день ближе самому себе? Роднее, я не знаю, комфортнее? Ну, скажу вам так, опять же, не хочется хвалиться, но в жизни, за что бы я ни брался, у меня всегда удавалось. То есть, когда я был журналистом, то рейтинг нашей программы был самый высокий, один из самых высоких в городе. Когда я был адвокатом, я, наверное, входил в топ-10, может быть, лучших адвокатов страны. Я никогда не скрывал, что я занимался бизнесом и являюсь небедным человеком. И свой первый задекларированный миллион я заработал еще в 2006 году. Ну, а люди ценят и помнят нашу работу в Днепропетровской областной государственной администрации, потому что город у нас сложный, город разный, у многих есть разные партийные принадлежности, политические взгляды, мировоззренческие установки. Но на каждой встрече, а я общаюсь с людьми очень много, каждый день я провожу по 2-3 встречи, по 500 человек, и люди всегда говорят спасибо за то, что мы не пустили в наш дом войну. Мы все жители родного, любимого города. Поэтому скажу так, сейчас мы пошли в политику, пошли всерьез и надолго, и я думаю, у нас все, как всегда, получится. Вы сказали, вот многое удавалось, или почти все удавалось. А почему удавалось? Потому что Борис Филатов везунчик, или Борис Филатов трудяга, или вот почему? Ну, скажу так, что в первую очередь я всегда был человеком дела, человеком конкретного результата. И мы всегда, и наша команда, пытались добиваться поставленной цели. И вот сейчас есть определенного рода, ну как сказать, это даже не сомнение, а находясь в Верховной Раде, я просто созерцаю вокруг себя происходящее. Я думаю, очень многие телезрители тоже наблюдают, например, на телеканале «Рада», как у нас голосуются по 5 раз за одни и те же законопроекты, как народные избранники бегают по залу, шумят, перебивают друг друга, прям как на детской большой перемене. Дерутся. Да, дерутся. И все больше и больше я начинаю задумываться о том, что надо возвращаться к конкретным делам.
Надо возвращаться к конкретным делам, потому что работа законодателя, она важна, она полезна, но, тем не менее, знаете, вот хочется почувствовать результат в руках. Поэтому я не сказал, что это везение. Это каждодневный труд и желание достигнуть невозможного. Вот мы, вы говорите «мы», это я и команда. Кто ваша команда? Кто вы? Ну, когда я говорю «мы», я имею в виду новую политическую силу, которая совсем недавно возникла на политическом небосводе Украины и уже сейчас занимает очень серьезные позиции. Мы буквально вчера получили рейтинги, причем это не те рейтинги, которые приносят в штабы для того, чтобы кандидату придать оптимизма, а это серьезные рейтинги, которые делают компании с мировым именем, компании, заслуживающие доверия. Сейчас мы очень сильно стартанули, скажем прямо. Я не хочу называть цифры, это на самом деле, наверное, неправильно, это будет определенного рода манипуляции, но у нас очень большое количество симпатиков, и оно увеличится по всей стране. Мы — это партия «Украинское объединение патриотов». В основу этой партии, ее костяком, является команда, которая работала в Днепропетровской областной государственной администрации, народные депутаты, которые были избраны от Днепропетровской области, люди, которые к нам присоединились, общественные активисты, волонтеры, воины АТО и просто неравнодушные люди, которые хотят изменить страну к лучшему, сделать ее справедливой и сделать ее страной, в которой бы хотели жить наши дети. Ну, судя по тому, что в городе очень много ваших изображений, очень много бордов, вы лидер, вы идете на выбор, планируете идти? Ну, скажу вам так, с бордами в кое-каких местах, а я очень много езжу по городу, штабные товарищи, наверное, перестарались, и я им поставил на вид. То есть иногда проезжаешь и видишь себя с обеих сторон слишком улицы. Много да, себя. Слишком много. Ты говоришь о том, что их станет меньше? Да, их станет меньше, видит Бог. Я не указывал, чтобы меня любимого поставили справа или слева по ходу движения. Могу сказать так, что однозначно мы идем на местные выборы. Однозначно политическое поле сегодня в связи с тем, что очень многие люди разуверились, разочаровались и в прошлой власти, и в нынешней. Оно свободно для молодых, амбициозных политиков, людей дела. Поэтому, поскольку я являюсь членом политического совета партии «Украинское объединение патриотов», естественно, являюсь одним из лиц этой партии, ну и кому, как не мне, висеть на этих бордах. Что касается различного рода инсинуаций, что я иду в мэры или буду возглавлять список на местных выборах, скажу честно, я еще не принял окончательное решение, не потому что я боюсь или у меня есть какие-то сомнения. Для этого должны сложиться определенного рода обстоятельства. Мы должны посмотреть, опять же, на политический ландшафт. Могу сказать только одно. Все будет зависеть от того, кто заявится на эти выборы. И самое главное, я хотел бы сказать, что наш город Криворожско-Донецкой банде мы не подарим ни при каких обстоятельствах. То есть будет зависеть от того, кто ваши конкуренты еще, да? Ну, смотрите, я конкурентов как бы в настоящий момент особо даже не наблюдаю. Ну, конкурентами или противниками? Противники, да. Наши противники — это бедность, наши противники — это коррупция, наши противники — это разочарование людей. Наши противники — это то, что делает жизнь наших людей невыносимой. Вот наши противники. А что касается наших союзников, мы открыты для всех. Мы не хотим идти в конфронтационной риторике. Мы протягиваем руку всем людям доброй воли, как это не пафосно звучит, и говорим: присоединяйтесь. Потому что в стране уже пора наводить порядок и пора выполнять обещанное. И если мы говорим о том, что мы хотим жить по-новому, мы в первую очередь должны начинать жить по-новому с себя. Ой, хотим. То есть мы пока понимаем, что мы не знаем о вашей точной роли на будущих выборах, но вот что-то подсказывает мне, что наши зрители, наши горожане ассоциируют вас с лидером, с постом руководящим. А почему я это говорю? Потому что вот мы анонсировали наш эфир, и уже с пятницы масса звонков, естественно, с вопросами к вам. Вот прихожу на работу и очень много вопросов. Телефон разрывается. Для Бориса Филатова, да. Вопросы, скажу вам честно,
больше коммунального плана, где подключить горячую воду, которой нет много лет, где заасфальтировать дороги с конкретными адресами, масса коммунальных вопросов, это говорит о том, что поле не пахано. Да? Готовы вы, если так сложится, если вы примете такое решение, эти вопросы решать? Потому что они, в общем-то, главные. Ну, скажу вам так, для меня это не новость, потому что, опять же, я повторюсь, я каждый день встречаюсь с людьми, и в действительности конкуренты, оппоненты, я не знаю, как называть, политических проходимцев, отставной козы барабанщиков. То есть они собирают так называемые целевые аудитории, пытаются людей собирать по разнарядке. Мы просто расклеиваем объявления на столбах. Приходят разные люди, они задают разные вопросы, у них разные мнения, разное видение ситуации, разные причины происходящего в стране кошмара. Но скажу вам так, что вопросы, связанные именно с жилищно-коммунальным хозяйством, они стоят очень остро. И все проблемы, о которых люди говорят, они в принципе везде одинаковые. Текущие крыши, неработающие лифты. Поэтому для нас ничего нет нового и самого главного страшного для того, чтобы эти проблемы решать. У нас есть программа, у нас есть специалисты, у нас есть видение происходящих событий. Но самое большое, самое главное, о чем бы я хотел, наверное, сегодня попросить наших телезрителей, чтобы наш эфир не превратился в прямую коммунальную линию. Потому что, знаете, на каждой встрече, я понимаю прекрасно людей, своя рубашка ближе к телу, и просят и деревья подрезать, и лавочку покрасить возле подъезда. Мы помогаем всем по мере нашей возможности и пытаемся подставить каждому свое плечо и протянуть руку. Но хотелось бы сегодня поговорить, мы говорим все-таки на миллионный город, о проблемах, которые касаются всех и каждого, а не только конкретно отдельно звонящего человека. Ну, проблемах будущего, да. И, в общем-то, да. У нас на сегодняшний день все-таки есть городская власть, которая... Конечно. И тем более я вам скажу так, что, знаете, есть такие манипулятивные технологии. Вот нам рассказывают о том, что давайте горожане хотят видеть хозяйственников у руля. Ну, скажу честно... 24 года мы голосовали за тех, кто нам засыпал ямы возле подъездов и гречку раздавал. А в результате и дорог нет, и кушать нечего. Поэтому проблемы городские нужно решать, но их нужно решать комплексно и системно. И для этого должны быть универсальные подходы, опять же, придуманные не нами. Эти подходы опробованы в других городах, в других мегаполисах. Есть соответствующая экспертная среда, в том числе, которую мы привлекли в нашу команду. Ну, потом мы, может, об этом поговорим. Но эта проблематика, она должна решаться, опять же, повторюсь, системно и комплексно, а не путем латания дыр и перекладывания труб. Ну, вот сейчас и проверим, коммунальные вы поняли нас зрители или нет. Есть у нас телефонный звонок уже первый. Я еще раз напомню нашим зрителям, 370-3101, это прямой телефон нашей студии. Звоните к нам с вопросами. Если не дозвонитесь, вопросов масса, возможно, линия будет занята, дозвониться, наверное, будет нелегко. Заранее просим прощения. Итак, готовы послушать первый на сегодня телефонный звонок. Добрый вечер, что скажете, ваш вопрос? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Игорь. Хотелось бы задать вопрос господину Филатову. Скажите, пожалуйста, какие проблемы города, на ваш взгляд, нужно решать в первую очередь? Спасибо. Спасибо. Ну, уже частично отвечали, но, в общем-то, что как не это. Что в первую очередь у нас болит? Ну, скажу вам так. Болит везде и всюду. Пациент скорее мертв, чем жив. То есть, куда ни ткни, везде все не в совсем хорошем состоянии. По моему мнению, в первую очередь нужно решать вопросы, связанные с высокими тарифами, с жилищно-коммунальной сферой. И скажу вам честно, что, знаете, очень многие сейчас винят, в том числе правительство, которое провалило, давайте называть вещи своими именами, так называемые реформы, то есть люди поставлены на грань выживания. Тем не менее, основной проблемой, которую я сейчас вижу в городе, и наша политическая сила, это монополизм. И монополизм на все, наверное, за исключением воздуха. Причем за этими монополиями, я думаю, телезрители нас поймут, стоят определенного рода политические силы и финансово-промышленные группы, и уж точно не группа «Приват». Начиная от частных перевозок, которые принадлежат определенного рода лицам, заканчивая хлебной монополией,
монополией на поставку услуг тепла, энерго, газ и прочее, прочее, прочее. Мы можем перечислять эти предприятия просто на пальцах одной руки. Укртелеком, Днепрооблэнерго, Днепрогаз. То есть все они имеют отношение к финансово-промышленной группе определенной и в том числе к определенной политической силе. Называть вещи своими именами, к оппозиционному блоку. Они везде. Они везде, они всюду. Сегодня они запускают социальные маршрутки. При этом, знаете как, особый цинизм ситуации заключается в том, что мы раньше вас катали по 5 гривен, сегодня мы вас будем катать бесплатно или по рублю. Но я вам скажу так, я же говорю, встречаюсь с тысячами людей, никто в это не верит. То есть все прекрасно этим пользуются, но тем не менее прекрасно понимают, что ровно 25 числа это все закончится. Это все закончится. Да, бесплатные маршрутки. Да, бесплатные маршрутки закончатся. Это как бы основная проблема, которая происходит в городе Днепропетровске. То есть вот решением проблемы монополизма в первую очередь нужно заниматься городскому руководству. Надо наводить порядок везде. Начиная от регулирования вопросов, связанных с общественными перевозками, и заканчивая вопросами обслуживания придомовых территорий. Но так, к сожалению, получилось. Нам, знаете, многие это ставят в укор, почему мы этими вопросами не занимались, когда были в областной государственной администрации. Но давайте будем объективны. Областная государственная администрация, она к городскому хозяйству имеет опосредованное отношение, а не непосредственное. Но, тем не менее, пока мы стояли и держали рубежи области, принимали тысячи раненых, организовывали логистику в больнице имени Мечникова, налаживали обороноспособность, меняли сотнями пленных. Кое-кто оставался до сих пор на руля везде, начиная от горводоканала и заканчивая сферой услуг. И вот основная задача и основная проблема, которую мы обязательно решим, когда мы на местных выборах придем к власти, мы эту монополию сломаем. Я надеюсь, посмотрим. Я сегодня, наверное, буду выступать в роли координатора больше. Есть у нас масса телефонных звонков, я уже говорила. Добрый вечер, готова вас послушать. Следующий звонок, говорите. Добрый вечер, мы вас слушаем. Есть у нас телефонный звонок? Пока нет. Говорите, да. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Роман. У меня такой вопрос к вам. Почему при таких больших предприятиях города у нас низкий уровень жизни и такое плохое состояние городской инфраструктуры? Куда идут все деньги наши? Ну, это всегда удивляет. Это всегда удивляет. На самом деле ответ на этот вопрос лежит на поверхности. И не хотелось бы в прямом эфире навешивать ярлыки, но ответ очевиден. Днепропетровск, Днепропетровская область является регионом-донором, бюджетообразующей областью, областью, на которой, в принципе, держится, как в том числе и на Полтавской области, где крупная нефтегазодобыча и серьезный агропромышленный комплекс, в основном наполнение бюджета в всей страны. За счет того, что финансовые потоки, на мой взгляд, перераспределяются несправедливо, не сверху вниз, не снизу вверх, а сверху вниз, то в результате при всем промышленном потенциале, при всех возможностях, при всех перспективах, которые имеет наш город, наш мегаполис и наша область в том числе, невозможно привести в порядок ни городское хозяйство, ни решить массу вопросов. Я вам приведу самый простой пример. Чтобы вы понимали, по текущему году на ремонт дорог в Киевской области было выделено 200 миллионов гривен. При этом в Днепропетровской области цифра на порядок меньше. О чем мы можем говорить? И когда сейчас массово поднимается и дискутируется вопрос о проведении децентрализации, можно много спорить по поводу того, правильная она, неправильная, концепция президента подходит историческим реалиям или не подходит, но однозначно децентрализация нужна. И мы все, в том числе наша политическая сила, наша депутатская группа, эту децентрализацию поддерживаем как идею. Я не говорю за ее наполнение.
И я уверен в том, что после того, как в стране будет проведена децентрализация, мы решим основную часть проблематики нашей области и нашего города. Ну, все говорят, будет проведена децентрализация. То есть ее нет на сегодняшний день. Мы так, в общем-то, ничего не получаем. В настоящий день это не более чем имитация. Ну, вот, в общем, два месяца до выборов, 2,5, да, через там 2,5-3 месяца город получит новую власть. Так не получится, что новая власть придет и скажет, а нет денег, потому что децентрализация не проведена, бюджет забирает Киев, денег нет. У нас масса объектов, которые недостроены, вы об этом знаете. Мы на прошлой неделе в новостях проводили опрос, мы поднимали тему долгостроев днепропетровских и, в частности, последних двух, которые громкие, о которых много говорят политики. Это и объездная, это и тот самый знаменитый надземный переход на Правде, ставший уже знаменитым. Люди говорят, надо все достраивать. Мы спрашивали, вот денег нет, на что в первую очередь нужно направить деньги, в чем приоритет? Все нужно. Люди говорят, ставите некорректные вопросы, надо все то, что начали, достраивать. Представьте, строить то, что начали, нужно будет вам достраивать, вернее, и нужно латать то, что сыпется, а сыпется каждый день. Ну, я вам скажу так, мы все-таки вот приверженцы стратегии малых дел. Я объясню почему. В первую очередь нужно решать проблемы, которые стоят на повестке дня и являются насущными и кричащими. Вот сейчас люди в первую очередь волнуются, например, за установку тепловых счетчиков. Например, людей сейчас волнуют при таких высоких тарифах вопросы утепления фасадов. Мы однозначно считаем, что эти вопросы нужно решать не в первую очередь, а вне очереди. А большие комсомольские стройки, которые на самом деле, наверное, может быть и нужны, пусть они пока подождут. Ну, не мне как бы критиковать строительство вот этого кошмарного перехода, который, знаете, как скелет, выброшенного на берег кита, изуродовал весь город. И тем более проекта объездной дороги, потому что, я думаю, в том числе и для журналистов 9 канала, будет интересно в этой теме вообще покопаться и понять, что это, ну, как вам объяснить, где больше всего вообще можно украсть денег на больших инфраструктурных проектах. Если мы говорим, например, про объездную дорогу, то ее просто строили в долг. Сейчас определенного рода политические силы начинают доказывать о том, что вот если бы мы были у власти, мы бы ее бы достроили в любом случае. Но при этом подрядчики, которых при помощи административного ресурса загоняли и заставляли строить в долг, сейчас находятся на грани банкротства и гоняются с целью получить как бы уже за произведенные работы деньги. И так везде и во всем. Зачем закапывать в какие-то огромные инфраструктурные проекты, которые, наверное, тоже нужны, сотни миллионов, когда, извиняюсь за выражение, людям кушать нечего и платить при этом еще не за что, за тепло, за свет и за газ. Поэтому давайте лучше эти деньги перенаправим в сторону первоочередных потребностей горожан, а уже потом вернемся к каким-то циклопическим сооружениям. Так, с этим вопросом все понятно. Давайте слушать дальше. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Войцех Бетович. Я слышала, ваш благотворительный фонд помогает городу. Я жительница Победы. И видела, как вы привели порядок кассу на Победе. Там теперь очень приятно отдыхать, все так чисто. Спасибо вам большое за это. Но хотелось бы знать, какие еще проекты делает ваш фонд. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, у вас очередь, наверное, уже с запросами на помощь, да, к благотворительному фонду, особенно. Это действительно так. Но я вам скажу, что в отличие от других политиков, которые обещают индустриализировать страну или повысить заработную плату в 3,5 раза, а может быть, всех сделать богаче, умнее, красивее, счастливее, я не обещаю невыполнимое. То есть, опять же, мы предпочитаем делать малые, но полезные дела, которые дойдут до каждого. Проект благоустройства косы, знаете, он больше даже для меня является таким, как маленьким мостиком в прошлое. То есть я родился в этом городе, я прожил в этом городе, похоронены мои родители. Я учился в школе в Днепропетровске, учился в университете. Здесь я встретил свою первую любовь. Поэтому на косе я провел массу приятных моментов, прогуливаясь, занимаясь спортом. И когда я выбирался по 27-му избирательному округу, это Жовтневый район, то, естественно, я обещал своим избирателям о том, что я что-то сделаю хорошее. Знаете, первым делом люди задают один вопрос. Вот вы все проситесь, чтобы мы вас избрали в депутаты,
потом мы вас выбираем, и через 5 лет вы приходите снова, начинаете обещать. С первого дня я начал заниматься жилмассивом Победа. Начал заниматься Лоцкаменкой, начал заниматься дорогой туда, начал заниматься автобусом. Почему? Потому что, ну как, если на Лоцкаменке за меня проголосовало 67% избирателей, ну как я могу этих людей обмануть? То есть вот реконструкция косы, вернее, там облагораживание косы было в списке ваших обещаний? Ну, в принципе, да. Да? Это было в списке моих обещаний. И вообще я как бы обещал просто заниматься постоянно своим избирательным округом и начал делать это с первого дня. При всем при том, что я не обычный депутат, а являюсь председателем специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации. Это уважаемый парламентский орган, как парламентский комитет, действует на основании отдельного закона. Очень много у него в предмете ведения находится вопросов. Но тем не менее, если ты мажоритарщик, ты должен заниматься округом. И потом после этого начал расширять свою деятельность дальше, дальше и дальше. Поехал на жилмассив «Сокол». Жилмассивом «Сокол» вообще проблема. То есть, знаете, он такой, вот не в обиду будет сказано, но у меня на «Соколе» нормальное отношение с избирателями. Я каждый раз приезжаю, говорю, вы как бы между небом и землей, между Победой и Тополем. Ну, они так и есть, да, и они как так бы расположены. На Победе как-то депутаты вами занимаются людьми, на Тополе тоже, в общем, хотя бы присутствие видно. А «Сокол» вообще, то есть, это как, знаете, затерянный мир. Люди говорят, ну даже негде гулять с колясками, помогите сделать какое-то место для отдыха. Ну, значит, благотворительный мой фонд занялся этими вопросами. Сделали мы целый мини-стадион, открывали его с футболистом Днепра Романом Зазулей. Очень много на самом деле у моего фонда вообще социальных инициатив. После истории открытия мини-стадиона на Соколе мы решили открывать такие мини-стадионы по всему городу Днепропетровску. Если память мне не изменяет, порядка 17 мини-стадионов мы должны открыть на всех жилмассивах. Вот так. До выборов или в течение какого времени? Вообще мы хотим сделать это до Нового года. Угу. Вот так. А смотрите, на выборах жизнь не заканчивается. А я почему спрашиваю? Вот смотрите, вы говорите, люди вам говорят, да, вы обещаете, обещаете. Ну вот случатся выборы. Будет какой-то результат. Фонд Бориса Филатова исчезнет 26 октября, точно так же, как бесплатные маршрутки, о которых мы с вами говорили? Ни в коем случае. Говорили. Я вам объясню. Все очень просто. Мы приняли решение идти в политику надолго и всерьез. Может быть, даже навсегда. Почему это, возвращаясь к нашему первоначальному разговору, к первому вопросу? Ну вот после всего того, что удалось пережить вместе со всей страной, особенно находясь в Днепропетровской областной государственной администрации, в какой-то момент у меня произошла определенного рода трансформация сознания. То есть я понимаю прекрасно, что я не заработаю всех денег, которые есть в этом мире. То есть, в принципе, мир я посмотрел. И в эфире 9 канала показывал приключения свои по всему миру, начиная там от Америки, заканчивая Африкой. То есть, наверное, уже пора что-то сделать людям. Поэтому мы не смотрим вот на местные выборы, как, знаете, вот сейчас, опять же, оппоненты, конкуренты, они хотят дать последний бой. А мы понимаем прекрасно, что после местных выборов ничего не заканчивается. Все только начинается. Впереди у нас в стране парламентские выборы. Все прогнозы говорят о том, что вполне может быть они будут досрочные. Политический ландшафт будет меняться. Поэтому необходима системная работа, а не так, что, знаете, перед выборами прибежали, лавочки покрасили и исчезли. Мы хотим работать системно, и самое главное, люди это помнят, видят, и это откладывается в памяти. И в дальнейшем оно будет все равно в любом случае конвертировано в какой-то электоральный результат. Я думаю, услышали наши зрители, нас вот коммунальных, таких конкретных коммунальных вопросов с адресами пока не было. Слушаем следующий. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Борис Альбертович, меня зовут Марина. Я вот наблюдаю давно такую тенденцию в нашей стране, что семьи многих политиков живут за рубежом, особенно дети. Политиков учатся в зарубежных университетах, школах. Скажите, пожалуйста, а ваша семья живет в Украине или тоже за границей? Вот вообще-то по ответу на этот вопрос можно понять, насколько человек вообще патриот своей страны. Спасибо большое. Ну, я думаю, вы готовы к этим вопросам, потому что лично... Да, я готов к этим вопросам, тем более, опять же, пошли определенного рода спекуляции. Ну, во-первых, я скажу, что семья моя живет в Украине.
жена, она всегда со мной рядом. Она как бы в тени, она не очень любит мою политическую деятельность. Она человек такой, который больше предпочитает заниматься спортом, вести активный образ жизни. Ее как бы мои политические упражнения не очень интересуют, но тем не менее она живет здесь, она живет в Днепропетровске. Дочка является студентом Киевского инженерно-строительного института КИСИ. Это так, чтобы разрядить обстановку, у меня много друзей училось в КИСИ, расшифровывается «каждого идиота сделаем инженером». В действительности, я вам скажу так, что она девочка очень творческая, и она, получается, хочет стать архитектором, даже она не архитектором больше, она занимается историей моды. Историей моды? Да, в процессе погружения как бы в обучение, я вам скажу, что наше образование очень зря так сильно ругают. С точки зрения академических знаний, начиная от знаменитой головы Сократа, который должен нарисовать каждый будущий архитектор и художник, и заканчивая там вопросами построения перспективы, я мало в этом понимаю, но как бы, так сказать, чуть-чуть соприкоснулся. Наше образование, оно имеет очень серьезный уровень профессиональный. Конечно, говорит человек, ИСТФАК, по-моему, вы закончили, да? Да, я закончил ИСТФАК и закончил юрфак, то есть когда-то очень давно с двумя красными дипломами. Я закончил Днепропетровский национальный университет, тогда он еще был государственный. Но возвращаясь к вопросу уважаемой телезрительницы, скажу вам так, на самом деле в действительности нет ничего плохого, если наши дети будут учиться за границей. Но только не дети, допустим, политиков или бизнесменов, а у многих наших детей будет такая возможность. Дочка сейчас в настоящий момент пытается поступить в Лондонскую академию искусств. Поверьте, что там не помогут ни папин депутатский мандат, ни деньги. Верю, в это верю. Только талант и трудолюбие. Поэтому я не вижу ничего в этом как бы постыдного, была бы возможность. Но наша задача заключается в том, чтобы мы не спекулировали на этой теме, а пытались сделать так, чтобы и в том числе очень максимально возможное количество наших детей могло приобрести знания и образование за границей. А с другой стороны, она уже очень взрослая, ей 21 год. У нее своя жизнь. Уж поверьте, в 21 год папа вряд ли может давать советы, где ей учиться и где ей жить. Ну, а если выберет она такой путь, если она выберет жить за границей, будете возражать? Смотрите, позже, конечно же. Я скажу так, что мир на самом деле он изменился, он стал глобальный, границы стерлись. Сейчас можно сесть в самолет и попасть в любую точку земного шара, были бы возможности и деньги, к сожалению. Но это наша страна, это ее родина, здесь похоронен ее дедушка и бабушка. Поэтому альтернативы не стоит, где она будет учиться. Все равно мы будем жить в этой стране, и от этой страны мы не откажемся ни при каких обстоятельствах. Тем более я вам скажу так, что возвращаясь в прошлое, в те страшные месяцы весенние прошлого года, когда у нас здесь по городу бегали толпы вооруженных людей и выясняли между собой отношения, у меня были все возможности сесть на самолет и уехать за границу. И у Игоря Валерьевича Коломойского тоже. Но в самые страшные времена мы сидели здесь, потому что это наша страна и наша земля. Но сейчас, вы смотрите, такая ситуация, сейчас очень печальные прогнозы, к сожалению. Осенью вот прогнозы говорят о том, что волна эмиграции ждет Украину, что очень многие люди хотят уехать, особенно молодые люди, поступают многие за границу. Еще одна проблема сейчас... Вот практически на улицах, да, у нас в армию забирают уже. Многие люди против этого, многие боятся этого. Как вы к этому относитесь? Я вам скажу так, сегодня я был на аппаратном совещании в горисполкоме, и вопрос этот мобилизации поднимался, в том числе были военкомы, и этот вопрос я поднял на повестку дня. Уродливые формы мобилизации, которые происходят сейчас, они недопустимы. Безусловно, родину нужно защищать, и это один из базовых тезисов нашей политической партии. Но давайте вспомним вообще, какие очереди стояли в военкоматы раньше, а сейчас приходится призывников ловить.
однозначно это не годится и неприемлемо, когда это приобретает такие уродливые формы и на людей начинают охотиться, как на диких зверей, вылавливать их в маршрутках, на рынках. То есть это недопустимо. Эту порочную практику, того, что это незаконно, эту порочную практику однозначно нужно искоренять. Но вопрос значительно глубже. Я, может быть, чуть-чуть удивлю телезрителей, но я вам скажу так, вот я достаточно информированный человек. План мобилизации Днепропетровской области опять выполняет на 100%. При всем при том, что Харьковская, например, Одесская, которую сейчас ставят как образец реформ, в лучшем случае дотягивает до 40%. По количеству мобилизованных, убитых, раненых, Днепропетровская область на первом месте. Такое ощущение, что центральная власть пытается выиграть войну за счет людского и промышленного потенциала Днепропетровской области. Мы показали всей стране феномен днепропетровского патриотизма, но должны быть какие-то правила игры, и люди вообще должны понимать, зачем они идут на войну. Если вы хотите знать мое мнение, опять же, нас многие обвиняют в популизме, но мы считаем, наша политическая партия, о том, что мы уже сейчас должны переходить на профессиональную контрактную армию. Понятно, что это будет не завтра, но есть обычная экономическая целесообразность. Зачем в армию забирать больных, немотивированных, не желающих воевать? Те, которые не хотят. Да, например, посадить человека, который ничего не разбирается, не хочет и еще и не понимает, в танк за 200 миллионов гривен, который он тут же может утопить в болоте. Ну и кроме этого, есть еще социальный перекос. У меня очень много друзей, которые ушли добровольно в армию, не в добробаты, в армию, родину защищать. Они говорят, что, к сожалению, так получается, что сержантско-солдатский состав в основном это дети из простых семей. Сильные мира сего не торопятся отправить своих детей в армию. Они находят любые причины. И их детей не ловят в маршрутках. В Верховной Раде военкомы не ходят тоже, да? И там не набирают солдат. Поэтому здесь необходимо эти все перекосы, если также можно их так назвать, однозначно их надо исправлять, это недопустимая ситуация. Ну хорошо, а как тогда убеждать людей, ведь армия нужна сейчас, да, времени на профессиональную армию пока нет. Я не знаю, может быть, депутатам тоже нужно будет ускориться и какой-то пакет законов представить, принимать, да, для того, чтобы этот процесс ускорился. Но я вам скажу так, времени на создание профессиональной армии как бы нет, время еще было потрачено вчера. Но вот буквально, я не буду называть имена, вот буквально только позавчера я разговаривал с одним очень уважаемым человеком, который разбирается в военных проблемах очень сильно. Он мне привел простой пример. Например, из офицерского состава ВДВ, в настоящий момент из офицеров, имеющих боевой опыт, осталось, может быть, там несколько процентов. Все остальные были демобилизованы. Вот какой смысл набирать новых офицеров, увольняя людей обстрелянных, мотивированных, которые хотят родину защищать, и при этом набирать новых, запуская их опять как бы в эту как бы мясорубку и прокручивая через горнило военной машины. Не говоря о том, что есть добровольцы. Люди мотивированы, которые хотят воевать, но при этом они должны понимать, за что они воюют, они должны понимать, какие ждут их социальные гарантии в случае, если они получат увечья или будут убиты, какие, допустим, могут получить компенсации их семьи. А у нас получается так, что реально мы не хотим дать возможность принимать участие в боевых действиях профессионалам и мотивированным людям, но при этом непрофессионалов и немотивированных людей силком забираем в армию. У меня, допустим, такая логика, она не умещается в голове. Не говоря уже о том, что если мы даже начнем сравнивать военный потенциал так называемых народных республик и военный потенциал Украины, мы уже набрали столько людей в армию, наверное, уже с пятикратным преимуществом. Давайте слушаем следующий вопрос. Не очень много времени у нас остается до конца программы. Добрый вечер. Слушаем вас. Ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Алена. У меня есть вопрос к господину Филатову. Борис Альбертович, в последнее время ведутся горячие споры о смене имени нашего города. Очень интересует ваше мнение, ваша позиция на этот счет. Должен ли Днепропетровск оставаться Днепропетровском?
Большое спасибо. Тема переименования, да. Смотрите, объясните нам, что вообще происходит. Смотрите, к теме переименования я отношусь очень спокойно. Почему спокойно? Вы лично считаете, нужно переименовывать? Давайте я небольшой просто дам такой экскурс в историю вопроса. Почему? Потому что этот вопрос действительно очень волнует людей. Они на каждой встрече меня спрашивают, я уже даже знаю, что отвечать. Поэтому я не удивился этому вопросу, когда позвонила уважаемая телезрительница. Парадокс заключается в том, что народный депутат Филатов был первый, кто провел опрос среди жителей города Днепропетровска, посвященный необходимости переименования города. Я не знаю, помните вы или нет, но телезрители, наверное, помнят, по всему городу стояли палатки, там были анкеты, и люди заполняли анкеты, и по результатам этого соцопроса, хотя он был, может быть, где-то нерепрезентативный, мы получили результат, порядка 70% жителей города, они против переименования. То есть вопросов как бы по этому поводу быть не может, потому что в первую очередь воля территориальной громады, она должна учитываться. Но почему сейчас вопрос этот поднимается на флаге, и в том числе поднимается определенного рода политическими силами, которые являются банкротами? То есть вместо того, чтобы предоставить людям какую-то позитивную программу изменений, перспективы, опять в общество начинает вбрасываться вопрос, связанный с так называемыми гуманитарными проблемами. То есть каждый раз нам начинают рассказывать, в случае, особенно если выборы на носу, о том, что мы или западенцы, или схидняки, или московский патриархат хороший, а киевский плохой, или наоборот, киевский плохой, московский хороший. То есть каждый раз нас пытаются делить на три сорта по берегам Днепра и прочее. Равно тема языка, это абсолютно идентично. Тема языка, да. Причем вне зависимости от сторон. Я вам скажу так, что в настоящий момент, опять же, вот защитим город от переименования. Я хотел бы просто этим людям, которые кричат «защитим город от переименования», задать встречный вопрос. А когда мы физически защищали город, где они были? То есть сейчас они защищают город от переименования, а когда надо было защищать город от того, чтобы он не превратился в очередную народную республику, их просто сдуло ветром, я не знаю, где они сидели, в Вене или в Кривом Рогу, или еще неизвестно где. То есть их просто не было видно даже в телескоп. Поэтому, если вы хотите мое мнение, то есть я считаю, что город переименовывать не надо. И в действительности я вам отвечу словами своей жены. А когда я спросил, говорю, Марина, а ты мне скажи вообще, а как ты относишься к переименованию города? Она говорит, за последние полтора года я с именем Днепропетровск пережила столько ужаса и одновременно столько гордости за наш город, что он просто приобрел совсем новое звучание. Поэтому вот все эти консультации, которые проходят сейчас и прочее, ну это, знаете, как сказать, ну людям, наверное, просто нечем заниматься. То есть давайте решать проблемы людей, а не поднимать опять на флаги эти вопросы. А когда мне говорят, так ты же голосовал за закон про декоммунизацию, денацификацию. Да, я голосовал, но там нигде не написано, что нужно переименовать Днепропетровск. И самое главное, в этом законе нигде не написано о том, что у людей должны отобрать документы с символикой УССР, что этот закон направлен против знамен Красной Армии или боевых наград. Там четко есть статья, которая гласит, что этот закон на все это не распространяется. А людей начинают сбивать с толку, и начинают врать, их начинают обманывать, рассказывать о том, что вот вы знаете, там радикалы проголосовали за закон, скоро у вас заберут пенсионные книжки, и вы будете за свой счет менять документы. Представляете, до какой степени вообще цинизма они доходят. Поэтому этот вопрос не актуален. Днепропетровск не нуждается в переименовании, точка. Не нужно менять легенду, вот как предлагают, да, изменить как бы легенду, название. А я вам скажу, о легенде это тоже большой вопрос. Знаете, когда люди-чемпионы по воровству, они в том числе и чемпионы по воровству идей. И на самом деле история переименовать Днепропетровск в Днепропетровск, она придумана не сегодня. Она придумана в 2010 году членом нашей команды Святославом Васильевичем Олейником. Можно просто, если люди хотят, забить в гугл, и выпадет целая статья в газете по-украински, когда тогда еще народный депутат Олейник Святослав Васильевич в 2010 году предлагал переименовать город Днепропетровск в честь Святого Петра. Прошло 5 лет, и чемпионы по воровству коммунальной собственности и вообще собственности теперь решили украсть эту идею, себе присвоить и поднять ее на флаге. Все. Все, с названием тоже определились. Немножечко времени. Давайте еще один звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, коротко, если можно. Добрый вечер, говорите.
Екатерина, Борис Альбертович, хотела выразить вам свою благодарность. У многих сейчас нет возможности отправить детей на отдых, а вот мои сыновья были в вашем лагере «Укропчик». Счастливы, вернулись, веселые, отдохнувшие. Поэтому мы вам очень признательны. И дети счастливы. Поэтому спасибо еще раз вам большое. Ну, не вопрос. Это не вопрос. Спасибо вам за ваше спасибо. Ну, если можно буквально остановиться 2 минуты на этом вопросе, который благодарность. Я вам скажу так, когда я придумал этот лагерь, очень многие говорили, это опять предвыборный пиар, популизм и прочее. Все очень просто. У нашей партии есть 2 мировоззренческие установки. Первая мировоззренческая установка заключается в том, что если мы хотим изменить страну, то мы в первую очередь должны обращать внимание на детей и молодежь. И когда этот лагерь я задумывал, то есть даже не надо было социологию проводить, сегодня 70% жителей города Днепропетровска экономически не в состоянии отправить детей на летний отдых. Поэтому дети либо болтаются по дворам, в худшем случае, либо в лучшем случае отправлены к дедушкам и бабушкам. За этот период мы через наш лагерь порядка 6 тысяч детей оздоровили. Ну, нельзя сказать оздоровили, но, по крайней мере, позволили родителям от своих детей отдохнуть. Это, наверное, больше был отдых для родителей от детей. Но этот лагерь являлся в первую очередь так называемой прививкой патриотизма. Мы должны бороться за умы, за души нашего молодого поколения, если мы хотим построить новую страну. И вторая наша мировоззренческая установка, мы должны отдавать долги старикам и пожилым людям, которые, к сожалению, например, если мы говорим о детях войны, сейчас переживают вторую войну. И у нас тоже будут большие программы по этому поводу. Я думаю, что мы еще очень всех удивим. Я думаю, что вы появитесь еще в этой студии, я надеюсь. Я думаю, что у нас хорошо, красиво, уютно. Спасибо. Вопросов ностальгия, просто к вам осталось. Да, ностальгия меня поборола. Очень много вопросов осталось и у зрителей, я думаю, тоже много вопросов. Я последний, вот, чтобы завершить уже программу сегодняшнюю. Коль мы говорим о выборах мэра, мы о них заговорим скоро очень активно, наверное. Вот кто должен возглавлять город сегодня? Я почему спрашиваю? Потому что вот, ну, много людей уже я видела в этой студии, в разных студиях, которые хотят кем-то стать. Я называю этот феномен магией кресла. Когда человек попадает в кресло, он меняется. В кресло я имею в виду руководящее. Он забывает, кем он был, и очень хорошо помнит, кто он теперь. Но что обещал, забывает. Так вот, кто должен возглавить город так, чтобы не попасть под магию кресла? Ну, я вам скажу так. В первую очередь, это должен быть человек, у которого город живет в сердце. Человек, который родился здесь, который здесь учился, который здесь встретил свою первую любовь, у которого родились здесь дети, у которого похоронены здесь родители, у которого здесь живет семья. Только в этом случае, если ты дышишь этим городом, и ты помнишь, условно, каждую травинку, ты можешь претендовать на это кресло. Я считаю, что в Днепропетровске должен быть мэр из Днепропетровска, а не из Кривого Рога, Одессы или Херсона. Днепропетровец или днепропетровчанин. Да. И мы всегда и в своей работе в Днепропетровской областной администрации всегда исповедовали идею днепроцентризма. Днепропетровск – это сердце страны, это становой хребет страны, это наш родной город, и мы его никому не подарим и никому не отдадим. Ну что, на сегодня все. Спасибо вам. Спасибо за участие. Я еще раз повторю, приходите еще. Спасибо. Будем вас пытать и по коммунальным вопросам в том числе. Спасибо. Дякую нашим глядачам за увагу. Я нагадаю, що гостем сьогоднішньої студії був Борис Філатов, народний депутат України. Залишайтеся на 9 каналі. Дякуємо вам за увагу і дякуємо вам за питання, за телефонні дзвінки, за участь в нашій програмі. До побачення.